у меня получится. Вот как вы думаете? Ну, вы же мои друзья, вы же должны меня поддерживать. Вот скажите, у меня все получится. Я сейчас такой пойду слева его так, потом вот так справа ему пропишу, и он сразу в нокаут. У меня есть вообще шансы его кокнуть, его вот этим драконом, а? Как думаете? Ну, маленький шанс есть, конечно, но я бы на твоем месте лучше не рисковал. Ага, спасибо огромное, кузнец, за такую поддержку, спасибо. Так, ладно, ты припаркуй своего дракона куда-то в угол или отпусти, я не буду с тобой сражаться, если ты с драконом будешь, это нечестный тогда бой. Утащи его отсюда, присобачь его к забору вот это цепями. Так, короче, кузнец. Пока он там возится с этим драконом, господи, утащи его отсюда! Подойди сюда, кузнец, подойди сюда. Там дело такое, подписчики в комментариях писали, у меня в тумбочке дома голова есть. Голова, та самая вот эта голова. Идешь сейчас ко мне домой, голову притаскиваешь, идешь сюда и выбрасываешь мне голову. Я с помощью этой головы, вот этого Альберта... камень превращу. Подписчики, голова. Все, что ты стоишь на месте? Одна нога здесь, другая нога там, давай побежал. Подожди, кузнец, вернись обратно. Я тебе забыл выбросить это. Будешь там пробегать, кинь зелье в Катю. То давно ее уже пора превратить в нормального человека. Че она вот это, как камень? Все, давай, быстро. Хватит жопу чесать. Давай сражаться. Припаркуй дракона на платную парковку. Давай, быстро. Я не буду с тобой сражаться. Давай, пускай лучше уходит отсюда. Нифига себе обнаглел. Это поединок один на один, а не с твоим еще драконом. Так, сейчас надо время потянуть. Сейчас кузнец вернется с башкой, и мы его кокнем. Я его просто в камень превращу, и все, и как бы до свидания. Все, пускай летит, прогуляется. Главное, чтобы половину города здесь не разнес. Он куда-то уже выстрелил вот это. Ладно, Альберт, ну ты готовься. У нас еще есть минутка на разминку. Так, мне нужна поддержка. Идите сюда, поддерживайте меня. Сейчас, у меня тут друзья. Я как бы с друзьями, а ты здесь сам. Ты мой герой, я в тебя верю. Давай! Вот видишь, даже Кристина у меня верит. Видишь, какая у меня группа поддержки. Видишь, какая. Еще бы кузнец сюда пришел, вообще бы ему цены не было. А то он, как обычно, свою сраку что-то очень медленно тащит. Вот бежит. Короче, стойте здесь, я сейчас приду, мне с кузнецом надо переговорить. Кузнец, голову давай быстро сюда на бочку. Выкидывай, времени очень мало. Давай, быстро выбрасывай голову. Давай. Это что-то не так, голова кузнец. Голова коровы. Я же просил голову медузы Горгоны, которая в камень превращает. Голова коровы в камень не превращает. Я в тумбочку ее положил возле моей кровати. Она там до сих пор валяется. Ты что взял? Какую еще тумбочку? Ты же ее на свою бабу потратил и в камень ее превратил. После этого она сломалась! Она же одноразовая! Это ты одноразовый в этой жизни, кузнец. Один раз с тобой поговорить, второй раз разговаривать не хочется. Так, а чё я думал-то, что у меня есть медуза Горгона? Она реально, походу, сломалась после того, как я Катю превратил в камень. Так, ладно. Голову, отдайте ему вот эту голову коровы! Ладно, план мой немножко отменяется. Будем с тобой сражаться, как два нормальных мага. Я готов! Давай отчет! Немножко щекотит, конечно, в одном месте, не скажу каком, но я готов! Давай! Ну не, подожди, не здесь же нам с тобой сражаться. Иди за мной, не отставай. Ну, в принципе логично, не здесь же перед банком сражаться. Ладно, давайте все сюда за мной, пойдем туда. Да ты подожди, куда ты так убежал? Мы же за тобой не успеваем, пойди, Альберт! Вы там голову коровы забрали? Кузнец, голову забери, а то люди будут проходить к банку, будут голову отрубленную на вот этой земле видеть. Или это трофей какой-то, может это даже не живая голова. Ну, в смысле, не голова прошлой живой коровы в прошлом. Неважно, куда ты нас вообще ведешь? Тут какое-то вообще футбольное поле. В футбол мы сейчас с тобой играть будем или чё? Это еще чё за дичь? Здесь кто-то вообще-то был хоть раз? Я здесь вообще в первый раз. Чё такое? Это специальная площадка для дуэлей. У тебя есть 1 минута на подготовку. Время пошло. Одна минута. Так, ну слушайте, ну я же с ним справлюсь. Да я не с таким даже справлялся. Я медузу Горгону кокнул. Я верховного мага кокнул. Да я всех кокнул. Конечно, кузнец, Шурик, я справлюсь.
Используй свои самые сильные заклинания молнии. У тебя же палочка грома. Не паникуй, у тебя все получится. Ну, тоже верно, палочка грома одна из самых сильных палочек в этом городе, 100%. Так, ладно. Давай, Альберт, давай отчет и погнали. Я готов на все 100%. 3, 2, 1. Так, постой пока там, вот это защитное поле, я же забыл, вот это тотем бессмертия, тут сейчас у меня когтишь и все. Так, заклинания мне нужны. Сейчас вот это защитное поле пройдет, я его сразу же кокаю, сразу же, моментально. У меня же палочка грома, как Шурик сказал, я сейчас совсем справлюсь. Сейчас, еще чуть-чуть, надо поджидать удачный момент, и сейчас, па! С одного удара, что ли? Да... Да я даже второе заклинание использовать не успел! С одного удара! Альберт! Молодец! Вот видишь, голова коровы помогла! Я сомневаюсь, кузнец, что это была голова коровы, но в любом случае, в следующий раз думай своей башкой перед тем, как предлагать мне вот это поединок, дуэль, с одного удара. Да ты такой лохопут, что я даже сам этого не ожидал. Воу, куда? Улетел! Ай, конечно, опозорить его так на глазах у всех моих друзей с одного удара! Да я даже не думал, что это заклинание настолько сильное. Ну все! Я самого большого выскочку в нашем городе только что победил. Вам вообще пуна вот так расплюнуть. Я люблю тебя, ты мой герой. А вот я тебя не люблю. Ну ты, Кристина, ты думай сначала башкой, что ты говоришь, а потом... Так, куда мы с вами шли перед тем, как встретили Альберта? Сейчас туда и пойдем в банк. Банк! Там же мои бабки меня ожидают, которые вот этот верховный маг мне передал после того, как я в турнире победил. Не, ну банк просто огроменный. Честно вам скажу, я здесь даже ни разу не был. Из вас здесь вообще кто-то был хоть раз, а? Кто-то в банк заходил? Ну, я только один раз был, когда кредит на коров брал. Кредит на коров? На кой черт ты вообще кредит на коров брал? Да иди в лес, вот это коров поищи, там коров дофига гуляет каждый день. Ладно, давайте зайдем и посмотрим, что там внутри. Мать моя женщина. Все золотое, даже люстры золотые, сейфы золотые. Так, здравствуйте, дверь за собой закрывайте, не в лифте же родились. Дверь, заходите в помещение, дверь закрывайте. Здравствуйте, молодая женщина, я даже не знаю, кто вы. Это мы за баблом пришли. Я что так запинаюсь, я так переживаю, как будто я ни разу реально в банке не был. Мы за деньгами пришли от верховного мага, он мне деньги должен был оставить. Я говорю, мы за деньгами пришли от верховного мага. Он сказал нам в банк вам заскочить сюда. Как слышно в этой галактике? Говорю, за баблом пришли! Алло! Молодые люди, ну вы же в банке! Не шумите! По какому вопросу вы пришли? Я три раза только что сказал... За баблом! Верховный маг мне деньги здесь составил, сказал к вам сюда в банк прийти. Пройдемте за мной! Ладно, давайте. Ой, а вы там сверху казались такой высокой, а оно вот что оказывается. Ну да давайте, ведите нас. Сейф. Да вы только посмотрите по сторонам, сколько здесь сейфов-то. С ума сойти можно, так? Ладно, идите сюда, не отставайте. А коровы там будут? Ну, кузнец, если там будут коровы в этом хранилище, то разве что только золотые. Учитывая то, что мы с вами идем прям в сокровищницу. А это нормально, то, что у вас в сокровищнице дракон? У вас дракон!
он здесь? Да вы не бойтесь, он не кусается, он охраняет все сокровища. Обосраться и не встать. Ну, в смысле, дракон в золотой броне сокровища охраняет. Так, ладно, вы лучше дракона как бы не злите. Ты, кузнец, вообще иди отсюда, ты вообще противный. На тебя драконы, мне кажется, не очень хорошо вот это смотрят, и косо как-то. Так, мы и на вот это на крыло ему не наступите случайно. Мы за баблом, просто бабло нам отдайте, и мы свалим отсюда моментально. А можно быстрее немного? Немного быстрее. Еще быстрее немного, если можно. Слушайте, мне кажется, ли он меня немножко понюхал только что. Да быстрее дайте мне уже бабки, наконец-то, пожалуйста. Забирайте, это все, что Верховный Маг просил вам передать. 3 стака серебряных монет. Господи, помилуй. Шурик, мы с тобой еще один дом построить сможем за эти 3 стака. Вы бы так не кричали, а то наш дракон крики не очень любит. Вы его можете разозлить. Ну какой-то, слушайте, не очень дружелюбный дракон. Ну тогда валим отсюда, пока он нас не сожрал к чертовой бабушке. Да, Шурик. Вы вообще адекватные в этом... В помещении, в бункере дракона живого держать! Орёт там как ненормальный! Так, все, валим отсюда! Я надеюсь, что мы в этот банк больше никогда в жизни не вернемся! И не будем сами в сокровищницу спускаться! Все, давайте выходите! Матерь Божья! У меня сейчас 5 стаков серебряных монет! 5! И я вам предлагаю сейчас такую жесткую тусу в городе устроить, что этот город никогда еще такую тусу не видел. Быстро к нам домой, накрываем на стол и приглашаем всех наших друзей. Давайте, не отставайте, сраки. Кузю, обязательно Кузю позовем. Веронику тоже обязательно надо позвать. Я уже надеюсь, что Катя с камня превратилась в нормальную женщину. После этого кого еще можно позвать? Жену твою, кузнец, 100%. Всех твоих детей позовем. И всех вот этих остальных позовем. И все придут и будут с нами тусить на следующей тусе, которую мы устроим в городе. Нифига себе, я прям как феечка Винкс, как Флора или Блум. Короче, это магия, конечно, в городе у вас просто зашибенская, Альберт, вообще не говори. Круто как. Какой Альберт, какая магия. Ты чё с этой собакой сутулой, блохастой, рядом стоишь, общаешься? Ты вообще знаешь, кто он такой? Эй, ты чего так это к людям-то обращаешься? Какой он тебе собака? Это Альберт! У тебя хорошо получается, Катюшка. Молодец. Ой, спасибо, Альберт. Ты прям смущаешь меня. Какая она тебе, Катюшка, собака попесячная? Так он мне проиграл в поединке, мы с ним сражались 10 минут назад. Он пришел мне мстить, походу, к тебе, ласты свои подкатывать, копыта. Кать, не надо с ним вот это вообще даже разговаривать. Так ты его, во-первых, не обзывай. Альберт мой новый друг. А ты вообще иди со своей Кристиной дальше гуляй и общайся. Все, не мешай, мы занимаемся это, магией. Ну и занимайтесь дальше своей магией. Пошли, Кристина, со мной. Сейчас мы с тобой тоже магией позанимаемся. Давай, вот смотри, какие заклинания умеешь, давай. Я вот такие умею. Опа, вот предметы перемещать, иди сюда. А вы, Шурик, не идите. Сами магией мы заниматься не будем. Все, туси там со своим Альбертом дальше, ага. Офигела вообще, в край.